как я подготовился. Ну, бегал там 3-4 раза в неделю по 15-20 километров. По выходным делал длинные пробежки, там 20-30 километров. Это, в этом году это у меня первый старт. Можно сказать, полгода готовился к нему. Я тоже готовился, потому что 12 часов это серьезный бег. Надо быть выносливым и быть готовым. Я тренировался или зиму, чтобы не подвести и выступить достойно.